В преддверии празднования Дня Конституции Республики Казахстан 85 семей города Кунаева стали счастливыми обладателями собственного жилья. Ключи от новых квартир в торжественной обстановке вручил новоселам аким Алматинской области Марат Султангазиев. Отметим, что квадратные метры получили граждане из списка социально уязвимых слоев населения, многодетные семьи, инвалиды, сироты и матери-одиночки. Наш корреспондент расскажет подробнее. С момента приобретения статуса областного центра в городе Кунаев ведется активное строительство жилых многоквартирных домов, возводящихся в соответствии с комплексным планом развития населенного пункта. На сегодня некоторые из них уже полностью готовы к сдаче в эксплуатацию, в их числе и жилой комплекс «Сан-Сити» на 360 квартир, где на сегодняшний день в рамках программы коммунального жилищного фонда акиматом главного города Алматинской области приобретено 85 квартир для граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения. В канун празднования Дня Конституции страны ключи от нового жилья горожанам вручил аким Алматинской области Марат Султангазиев. Доступность и качество жилья для всех жителей – одно из главных направлений государственной политики. Этот вопрос находится на особом контроле главы государства. В Алматинской области реализуются масштабные проекты по строительству многоквартирных домов. Обеспечение жильем населения будет способствовать повышению качества жизни и благосостояния граждан нашего региона. Жилищная проблема, которая часто становится одной из обсуждаемых тем на каждой встрече с населением, постепенно находит позитивное решение. И работа в этом направлении будет продолжена. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей нашей области с предстоящим Днем Конституции. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Светлана Кизилова – многодетная мать. В очереди на жилье женщина состоит с 2015 года. До сегодняшнего дня она с детьми и с супругом снимала квартиру в аренду. И вот сегодня в торжественной обстановке Светлана обрела крышу над головой. По словам женщины, получение жилья в новом доме для нее стало полной неожиданностью. Люди добрые подсказали, что можно встать как многодетная на очередь. Я сразу, не откладывая все дела, пошла, сдала документы. Каждые полгода отмечалась. Последние 2 года уже сказали, не надо сдавать, мы сами вам позвоним, сообщим радостную весть. Это произошло в прошлую пятницу. Конечно, было неожиданно, потому что был вечерний час, 7-8. Думаю, какая-то шутка. Желаю нашему Казахстану процветания, побольше таких радостных вестей для многих-многих других семей. Следует отметить, что на сегодня в городе Кунаев возведением многоквартирных жилых домов занимается порядка 7 частных строительных компаний. Общая площадь планируемого жилья составляет более 160 тысяч квадратных метров, а это 2029 квартир. Причем 180 из них строятся за счет государственных инвестиций. Кроме того, в этом году в областном центре планируется дополнительно приобрести 145 квартир и предоставить их в соответствии с очередью гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения. Жандос Назарбаев, Бекжан Кенжебай, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматинская область.